Намами Ганге Тавападу Панкаджам Сура Сурайр Бандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чададасиниттам Бхавануруппена Саданаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Товам Бхагам Нараяно Прияманга Мадапхарам Барауна-си Пурапати Бхаджа-ви-шанатам Ваги-шаджа-шва-бадане Лакшмир-яса-ча-бакшаши Яса-стхиде-самбхи-вам-нишинга-махам-бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Крипа Синдху Сусампурно Сарва Сатто Пукаракаха Нисприхо Сарвато Сиддху Сарва Видда Вишарадаха Сарво Сангсайо Сангсчетта Аналасаси Гуру Рахита Кипа Синдху Сусангпурно Сарво Сатто Пукаракаха Нисприхо Сарвато Сиддху Сарво Видда Вишарадаха Сарво Сангсайо Сангсчетта Аналаса Гуру Рахита Гаурия Гоштипати Гаурия Гоштипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что нет ничего более благоприятного, чем Гуру Сева. Гаурия Гоштипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, что нет ничего более благоприятного, чем Садгуру Сева. Такой чистой дхармы невозможно, как Гуру Сева. На самом деле, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, что до тех пор, пока мы не увидим, что наш Гурудев не отличен от Верховного Господа, до тех пор мы не сможем совершать харинам. И то время, до которого мы не сможем почувствовать, что наш Гурудев и Кришна, Бхагаван, Верховный Господь, они не отличны друг от друга. До тех пор мы не сможем повторять харинам. Харинам не сможет явиться на наших устах. И когда мы поймем, что Гурудев и Бхагаван, они не отличны от Гурупад Падмы, чтобы... И когда вы осознаете это сердцем, что Верховный Господь пришел в форме Гурупад Падмы, чтобы показать нам, как служить Верховному Господу. Но на самом деле суть в том, что Вишванатха Чакравати Пан говорит то, что вот он говорит такие слова, что Бхагаван и Гурупад Падма, они Верховный Господь приходит в форме Гурупад Падмы. Но это не значит, что Гурудев начнет совершать расалилу Гурупад Падма. Он не отличен от Верховного Господа в том смысле, что он очень дорог ему. Джива Госвамипад говорит, прията, что он настолько дорог ему, как будто не отличен от него. И это действительно так. Верховный Господь является в форме Гурупад Падмы, это так. Но все же Сварупшакти, Шрила Прабхупад говорит, Сварупшакти внутреннее
Это она там в трансцендентном мире, но когда она снисходит сюда, то все обусловленные души могут видеть Гурупад Падму, поскольку Гурупад Падма, он принимает помощь Татхаста Шакти. Его Шакти там, но все же, когда он приходит сюда, когда мы видим Гурупад Падму, то тогда какая техника видения его? Шрила Прабхупад говорит, Гурупад Падма принимает помощь Татхаста Шакти. Если Гуру Махарадж не примет помощь Татхаста Шакти, то тогда никто не может видеть. Антаранга Шакти невозможно увидеть. Вчера я говорил, можно вспомнить, в какой-то день я объясню, сегодня тема очень обширная. И вот мы должны слушать полное объяснение этой шлоки, что Джива Госвами Пад хотел сказать, что Шрила Прабхупад хотел сказать, мы все это должны понять. И вот Шрила Прабхупад говорит, что если мы не поверим, в вечное существование Гурупад Падмы, то тогда после того, как Гурудев уйдет, мы будем думать, что он умер, все проблемы кончились, и вдохновение совершать баджан мы не получим. В таком случае, когда мы видим, что Гурупад Падма уходит из этого материального мира, если у нас нет веры в то, что Гурупад Падма, он вечно существует, как, если мы думаем, как Майавади, что Гурудев только на какое-то время, в этом случае Шрила Прабхупад говорит, что обусловленная душа, она полна анартх. Так много анартх там, что если Гурупад Падма уходит, если они не могут понять, почувствовать о том, что Гурупад Падма, он вечен, и даже после ухода он видит, чем мы занимаемся. И вот когда я совершаю баджан, будьте уверены, все Гурварга, она смотрит, наблюдает за нами, и мы поэтому должны быть очень осторожны. Поскольку Гурварга не наблюдает за нами, могут наказать в случае чего. И вот если я не верю в вечное существование Гурупад Падмы в трансцендентном мире, то как я могу совершать баджан? Шрила Прабхупад говорит, что обусловленные души, они полны анарт. Если они верят в том, что Гурупад Падма ушел и больше его нет, то тогда они не смогут совершать баджан. А когда они чувствуют вечное существование Гурупад Падмы, то тогда они могут вдохновиться и совершать баджан. И вопрос, как почувствовать, что Гурупад Падма вечен? Кто-то видит просто фотографию Гурудева, как он поверит в вечное существование Гурудева. И вот Шрила Прабхупад говорит, до тех пор, пока обусловленная душа не сможет увидеть сияющий пример, великую личность перед собой. И вот если перед обусловленной душой нет сияющего примера, яркого примера идеализма, то такая душа не может вдохновиться совершать баджан. Но сейчас, если мы будем думать, что Гурудев ушел и не можем видеть его, только фотографию видим, но мы должны верить в то, что фотография, она это какая-то ипостась Гурудева. Я раньше говорил, что Гурудев может явиться в различных формах. И вот передо мной наш Гурупад Падма Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж, он есть в том изображении. Если я верю,
смотрю только как на фотографию, а не на, как на Гурудева, то мы не должны находиться в Гаудия-матхе. Это оскверняет. И тогда с этой огромной верой Рамануджа-ачарья, смотрите, он получил саньясу на берегу Ананда Сарвара, я говорил об этом. Он получил саньясу от изображения своего Гурудева. И Гоу-кишор-дас Бабаджи Махарадж тоже в образе изображения был, когда Шрила Прабхупада получил саньясу от него. А если мы логически будем думать, аргументы приводить, то наш баджан кончится. Если я не могу совершать баджан, то все равно пойдет. По крайней мере, мы оскорбления не должны совершать. И вот, по крайней мере, мы не должны совершать никаких оскорблений, совершать служение, следовать Гуру Вайшнавам. Рамануджа-ачарья говорит, что если вы хотите достичь успеха в этой жизни, то вы должны искать. Вы должны найти такую уникальную личность, такого саду, который всегда занят в Бхагавад-саве, и никакого материального у него нет. И в таком случае, если мы будем служить ему непрерывно, без всякого лицемерия, то Рамануджа-ачарья гарантирует, что мы достигнем успеха, но главная проблема то, что мы не можем оставить двуличие. А если мы будем неискренни, то как мы достигнем успеха в этой жизни? Если мы не сможем совершать достойный баджан, то как мы достигнем успеха? И таким образом Рамануджа-ачарья говорит, что если вы хотите достичь успеха, то вы должны делать это. И вот Гурупад Падма, можно вспомнить, много раз я говорил, что Баладев является в этот материальный мир в форме Гуру и Вайшнавов. Я говорил много раз об этом. И это Сиддханта Шрилы Прабхупады. Это Сиддханта Шримад Бхагаватам Махапураны. Гурупад Падма приходит в этот материальный мир. Кто такой Гурупад Падма? Баладев, он изначально Гуру Таттва, он приходит в форме Гурупад Падмы в различных бесчисленных формах. Та самая единая Таттва, Баладев, он приходит в различных формах. И если мы не можем видеть Бхарати Махараджа перед нами, видим только его изображение. А если у нас есть стопроцентная вера, что это изображение не отлично от Бхарати Махараджа, то мы должны понять, что Садгуру, он является в различной форме, в форме Вани Вайбава, в форме своего учения. И этот тот же самый Гурупад Падма явился в другой форме, чтобы дать нам сокровище своего учения. Если мы не верим, то в этом большая проблема. И поэтому в киртанах говорится, из киртанов мы знаем, что Гурупад Падма, он вечно присутствует. И в киртанах говорится, Нитайр Чарнасотти Тахаро Севуканитья. И вот Наротам Такур пишет, что знаете наверняка, что лотосные стопы Нитянанда, они вечны, и вся Гурувага находится у его лотосных стоп. Шрила Прабхупада с различных точек зрения дает различные суждения. Гурупад Падма может явиться в различных формах, как и Верховный Господь Тат Пракаш, например, от Баларама Тат Шакти, значит, от Радхарани. Когда мы достигаем наивысшей цели Мадхурасы, то там мы видим Радхарани. Шрила Прабхупада говорит, Бхагаван Баладев, он приходит в этот материальный мир в различных формах, а мы не можем получить Бхагавад-крипу
непосредственно нет такого пути. Нет такого, чтобы мы могли отказаться от Гурудевы и получить милость. Такого невозможно. Нет ничего подобного. Мы должны обрести милость через Гурупад-Падму. И поэтому Шрила Прабхупад обычно говорил, то, что Гурупад-Падма, он трансцендентный, прозрачный медиум, через которого мы, у нас может быть правильный даршан относительно Галоки. С его помощью мы можем видеть, что есть что на Вайкунтхе. Наши материальные глаза не видят только материальные вещи, видят каких-то женщин, какие-то испражнения, какие-то другие материальные вещи. Поэтому вчера я вынужден был сказать то, что чтобы мы не пытались видеть Гуру Вайшнавов этими материальными глазами. Пытайтесь видеть Гуру Вайшнава с помощью звука, но будьте уверены, когда Шикша Гуру, Дикша Гуру или Ватма Прадарша Гуру, когда мы только входим на путь самосознания, то в этом случае Ватма Прадарша Гуру, вот в этом случае можно видеть, что наши уши, они не способны принять и переварить всю харикатху. И поэтому Шрила Прабхупад много раз говорил, чтобы понять киртаны, харикатху, сиддханту, то тогда мы должны получить полную гуру-крипу. Если кто-то действует как ачарья, а не может говорить сиддханту или говорит какую-то ересь, то такое не может быть, это неправильное ачарья. Нужно от такого гуру отказаться. Тот, кто получил полную милость своего гуру, а еще чтобы его гуру был садгуру, и не получив полную милость от подлинных чистых гуру вайшнавов, это невозможно осознать всю харикатху, все киртаны. И если мы будем изучать сиддханту, то не поймем ничего. Всю харикатху, все киртаны мы поймем только, если мы получили полную милость. Тогда мы сможем все это принять и осознать. И поэтому сиддханта в том, что гуру крипа, она, нет ничего более великого, чем гуру крипа. Гуру крипа наивысшая, может, мы очень разумные, очень хорошую память имеем, запомним много шастр, но все же без милости гуру Падмы мы не можем это понять. Я не говорю, что нужно совершать гуру севу и ничего не слушать, нет. Джива Госвами говорит, Шраван, Киртан и все остальное, оно может происходить параллельно Гуру-севе. Не то, что мы прекратим Гуру-севу и будем только слушать и повторять, чтобы получить уважение в обществе, это не так. Нет, все должно совершаться параллельно, одновременно. Если в процессе Гуру-севы, если я не приму прибежище у Вани Вайбава, у Гурудева, у Вани Сварупы, то тогда наша Гуру-сева, она закончится. Она не сможет стать успешной. И поэтому мы видим много случаев, преданных вроде не заявляют, что Гуру-севу совершали. И Шрила Прабхупад говорит, вы совершали Гуру-севу, где доказательства этому? Если вы совершали Гуру-севу, где же доказательства? Каков результат, если вы получили полную милость Гурупад-Падмы, Шикша Гуру, Дикша Гуру, то почему вы не понимаете сиддханту? Почему вы идете на компромисс с Шуда Бхакти за какими-то материальными вещами? Шрила Прабхупад говорит, единственный признак, который показывает, что мы совершаем баджан, где он? То, что мы совершаем сатсангу, совершаем гуру севу. И в то же самое время мы, если развиваем какие-то негативные темы, если у нас возникает безразличие ко всему негативному, то есть у нас еще
должна возникнуть непривязанность к материальным вещам. Если этого не происходит, то это признак того, что сатсанга неправильно, что-то мы не так сделали, поскольку подсознание, если стремится к каким-то материальным вещам, к каким-то наслаждениям, то это плохо. Я не могу позволить обусловленной душе находиться в одиночестве, поскольку я знаю, что они делают. Они не могут совершать баджан, они должны находиться с Гуру Вайшнавами все время. И тогда они почувствуют вдохновение. И таким образом все время мы можем получить вдохновение и силу совершать карибаджан. То есть у нас должно быть не только влечение, вдохновение трансцендентными духовными вещами сатсанга, а также отречение от всего неблагоприятного. Вот как Гор Кишарадас Бабаджи Махарадж, к нему приходили так называемые севаки, чтобы получить имя и славу. Он их не выгонял, но и не принимал сердцем. Будьте уверены, что если чистые Гуру Вайшнавы примут меня своим сердцем, то мы станем по-настоящему удачливыми. Если Гуру Вайшнавы, они примут нас сердцем, то тогда нет никакой возможности пасть. Если мы не совершим какой-то вайшнава апарадху, тогда нет возможности у нас пасть. И вот каков же признак чистых гуру вайшнавов? Каков главный признак Рагануга Бхакты? Какой главный признак Рагануга Бхакты и чистых преданных? Какой же признак, о Махарадж? И вот признак чистых преданных Рупануга Бхакти в том, что все 24 часа в сутки они хотят воспевать славу Верховного Господа. А как понять, кто мы настолько глупы, что сейчас не утвердились в Сиддханте, и кто-то может одурачить нас? Если мы видим, что какой-то преданный все время прославляет Гуру Вайшнава, Бхагаван, Наму, Даму, даже если разбудить его 2 часа ночи, и он готов говорить Харикатху, он готов прославлять Гуру Вайшнава, и будьте уверены, что это признак Рагануга Бхакти. И вот этот признак Рагануга Бхакти, то, что он все 24 часа может воспевать славу Верховного Господа, если он не чистый гуру и вайшнав, то для него это невозможно прославлять имя, славу гуру вайшнав и Бхагавана круглосуточно. Это признак, главный признак чистых гуру вайшнавов. Вы не можете обмануть меня, я был очень удачлив, у меня была возможность общаться с Шрилой Бхактивиджан Бхарати Госвами Махараджем, он любил меня. Я не могу говорить об этом. Если я скажу, что Бхарати Махарадж любил меня, это подобно саморекламе. Это не стандарт. Махарадж, чистые гуру вайшнавы, они любят всех дживатм. Шивананда Сен, он даже собаку любит. Посмотрите, как он относился к своей собаке, и чистые гуру вайшнавы, они имеют любовь ко всему миру, как Кунти Дев, например. Он видел все в связи с всех живых существ, в связи с Верховным Господом. А если мы видим это отдельно, то то есть, если мы не относимся, например, к женщине как к матери, всем сердцем, как мы можем находиться рядом с ней, будем думать, что какие-то женщины
рядом, это плохой даршан. И вот смотрите, все 24 часа в сутки Шрила Махарадж воспевал славу Гуру Вайшнавов. У него была великолепная память. Благодаря милости. Если я смогу осознать, почувствовать, что... Если я могу вспомнить, что вот Гуру Вайшнавы говорили там лет 5-10 назад, то это признак их милости. Не получив милости таких великих вайшнавов, это невозможно для нас запомнить все, что они говорили. Если в моем уме какая-то ограниченная память, и эти памяти мы помним какие-то материальные вещи, то это может осквернить наш даршан. Шрила Бхарати Махарадж любил меня, и что это? То есть он любил не только нас, но и всех. Но главный вопрос в том, насколько мы любили его. И это стандарт. То, насколько мы любим нашего Гурудева, Шрилу Прабхупаду или Бхактину Такура, это главный стандарт, и об этом мы должны говорить. Какое чувство у нас есть к Шриле Прабхупаде и Бхактину Такуру, насколько мы хотим посвятить им свою жизнь. Я готов посвятить свою жизнь Вани Вайбаву. И как, если я не готов, то как я могу говорить Хари Катху? Шрила Прабхупада уже сказал, что те, кто готовы посвятить свою жизнь в Санкиртана-яге Гуранги Махапрабху, они есть его вечные спутники, они настоящие тринадапи. У них есть способность воспевать славу Гуру Вайшнава все 24 часа в сутки, это не шутки. Кто-то может запомнить какую-то философию, стихи писать, но этого мало. От них только можно получить вечную духовную силу. А если они видят, что мы лицемерны, то мы прекратим получать милость от них. Кто-то может занимать пост ачари, но это не значит, что из этого положения нельзя пасть. Можно видеть, что какие-то ачари несут какую-то ересь. И это признак того, что они не получили милости, а Пракрита Сарасвати не явилась на их устах. Если... А Пракрита Сарасвати, она является на языке чистых Гуру Вайшнавов, и вот и в форме Харикатхи она проявляется тогда. И тогда, когда эта Пракрита Сарасвати явилась на нашем языке, то тогда у нас будет способность достойно прославлять Гуру Вайшнава. Каково же наше положение? Мне иногда стыдно признать, где мы находимся. Если мы не знаем Сиддханты, не знаем Татвы, то как мы можем осознать, что кто-то чистый Гуру Вайшнав? Все общество, к сожалению, стремится в ад. И кто может предотвратить это, когда мы осознаем Вайшнава Сиддханту, когда мы поймем ее, когда мы поймем это время, время проходит, и мы движемся к смерти, и до сих пор не поняли Вайшнава Сиддханты. Кто-то думает, что если я найду какие-то качества Бхарати Махараджи, которые похожи на чита, то можно поддержать его. Но это не Вайшнава даршан. Вайшнава есть 26 качеств, они в полной полноте проявлены в нем. Эти 26 качеств, достоинств. Полностью, значит, в полной форме мы можем это все обрести в Кришне, но частично вот можно Кришна Бхакта найти. То есть все качества Кришны также могут явиться в сердце Вайшнава, это естественно. Но эти 26 качеств – это главные качества. И среди этих 26 качеств Кришна Экашарон – оно главное. Если мы потеряем даже секунду, если я теряю секунду
из своей жизни. Я даже этого не могу потерпеть, поскольку время очень и очень ценно. И вот вчера я сказал одному преданному, что я не цивилизованный человек сейчас. Поскольку я не могу спрашивать, как вы поживаете, как дела там и прочее, я так себя не веду. Кто-то подумает, что я какой-то невоспитанный. Это вот лок-вивахар называется. Какие-то эти, каких там нормы этого приличия. Ну, здороваться со всеми и прочее. А такие эти вещи. И вот если Гуру Падма любил нас, это не так важно. Главное, насколько мы любили Гурудева, это главный вопрос. И вот если мы находим какие-то качества, видимые, проявленные в Вайшнаве, которые нравятся нам, кто-то может сказать, что такое Вайшнав очень хороший. А если мы находим какие-то качества, которые не подходят нам, то кто-то может сказать, что этот человек не Вайшнав. Как Кешав Госвами Махарадж, например, когда он говорит Харикатху, многие говорят, что это не по-вайшнавски, но это не, совершенно не так. Когда в этой жизни мы осознаем качество вайшнавов и их признаки, иногда мы как сумасшедшие бегаем туда-сюда, теряем время. Если мы не сможем осознать, то Нарутам Такуру пишет. И вот Нарутам Такуру Прахтани пишет, когда я смогу осознать, что вот он такой великий вайшнав, Мадхья-Мадхикари. Кто там Мадхикари, кто Каништа-Тикари. Часто можно видеть, что люди путают, что если какой-то богатый вайшнав, чтобы какого-то богатого человека можно назначить этим председателем собрания. Вот Махарадж пример приводит. Если на собрании всяких шакалов, кого же выберут шакалы своим этим председателем? И также можно видеть, что некоторые люди принимают гуру из-за их из-за материальной славы, материального положения такого гуру. Но, к сожалению, наше положение настолько плохо, что даже по сравнению с борцами за свободу они готовы пожертвовать своей жизнью ради свободы страны. Да, мы, к сожалению, только пришли, чтобы получить какие-то преимущества от Гуру Вайшнавов. Кто-то может заявлять, что он Крипа Патра Шрилы Пури Госвами Махараджа и объявляет это всем, гордится этим. Но смотрите, если мы получили милость Шрилы Прабхупады или Кешава Госвами Махараджа или Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, то это должно явиться в нашем сердце, в нашем характере, в нашем поведении. И Шрила Прабхупад говорит, в этом главный вопрос. То есть можно видеть какие-то люди, если какой-то вайшнав очень сильно жестко говорит, то они не признают его за вайшнава, как Кешава Госвами Махараджа. Вы смотрите, качество вайшнавов – это не вопрос наслаждения. Если Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он бы имитировал свое такое естественное, такое мягкое поведение. Если мы хотим как-то злоупотреблять его характером, то это глупо, это демоническая склонность. Я хочу так о многом сказать, но не вижу никого, кто мог бы слушать и принять эту сиддханту. И вот даршан в том, что иногда мы видим
какие-то качества в каком-то вайшнаве. Иногда мы не можем видеть какие-то качества, они еще не проявлены. Как 24 качества, вот Махарадж их перечисляет. Если в Шиле Кешаве Госвами Махараджи мы не можем внешне видеть каких-то качеств, вот он не смирен, например, очень сильно, жестко говорит, то это плохо. И это не вайшнава даршан. Мы не должны видеть вайшнава согласно нашим собственным оценкам. И вот мы не должны видеть гуру вайшнава Бхагавана согласно нашим этим оценкам. Это демонический подход, и поэтому Шрила Прабхупад говорил, что мы не должны пытаться видеть вайшнава своими глазами. Мы должны видеть их ушами с помощью звука, и тогда постепенно, когда мы встретимся с Ватмападарша Гуру, который указывает путь, то потом мы почувствуем острую необходимость принятия прибежища у Садгуру, у того, кто сведущ в Сиддханте, и в то же самое время у него есть полное безраздельное желание служения. Не то, что он только говорит красиво и ничего не делает, и нет чувства служения. Нет, мы хотим видеть это чувство служения. Если нет такого чувства, то кто-то только говорит, но сам ничего не делает, то это плохо. И вот согласно Шриле Прабхупаде, если мы хотим объяснить, то если мы не хотим быть обмануты, лучше оставить такого гуру, который только говорит и ничего не делает. Шрила Прабхупад говорит, что сейчас ситуация настолько опасна, что если какой-то такой лицемерный ачарья увидит... что какие-то комментарии Шрилы Прабхупады, Вишванатха Чакравати и прежний гуру Варгенис не видят, что эти комментарии слишком хороши. И вот они такие ачарьи удаляют такие комментарии предыдущих ачарьев, чтобы никто не понял величие этих вайшнавов, и как-то это все подавляют, заявляют, что другие не вайшнавы, только вот они сами вайшнавы, что нужно их комментарии только слушать. Но вот я таких комментаторов хочу выкинуть в мусорку. И это настроение Шрилы Прабхупады. Некоторые очень завистливы, что даже не говорят о своей гурварге, только заботятся о своей славе. И, к сожалению, сейчас такая ситуация, если мы не хотим быть лицемерны, то лучше оставить такое общество, зачем оскверняться там. Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакура не могут потерпеть этого, это невозможно. Иногда мы видим какие-то качества в вайшнавах проявлены, иногда какие-то качества мы не видим в проявленной форме. Может, в Шриле Кешаве Госвами Махараджи не все качества проявились внешне. Но если вы смотрите, вот у Шрилы Кешава Госвами Махараджа не было любви к Вамане Госвами Махараджа, то он бы не покупал эти шлепки для него. И Ваман Госвами Махарадж, когда увидел, он расплакался. Он сказал, что... то есть если кто-то не отец, он не может понять отцовские чувства, как он, они любят своих детей в этом их настроение. И вот все 26 качеств, они есть в Гуру Вайшнавах, будьте уверены. Просто иногда они проявлены, иногда нет. Кто-то говорит жестко, не может как-то сильно, и кто-то не может понять, как Вриндаван Тхакур Махараджа, кто-то заявляет, что у него нет смирения. Но смотрите, если есть 26 качеств, и среди этих 26 качеств
Главнейшее качество Кришнайка Шаран, преданность Кришне. Если нет этого главного качества, то все другие 26 качеств, они бесполезны. Если я не могу найти то, что в нашем Гурудеве вроде как все качества есть, но преданности Кришне нет, то Шрила Прабхупад, он говорил много. И вот вот Махараш рассказывает, как это люди очень завидовали. So secret treasure, but so many articles are there. Что была какая-то библиотека Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, и какие-то люди слишком завистливые все это утопили в Ганге. Причем такие внешне очень уважаемые люди, занимающие какие-то посты в вайшнавском обществе. He is busy with some dirty activities. Gurupad Padma can. If Gurupad Padma going to give Gurupad Padma, он если дает дикшу, surely he is going to fall down from his own position. Имеется в виду, если Гурудев дает посвящение каким-то совершенно недостойным людям, то Шрила Прабхупад говорит, что такой гуру вскоре падет со своего положения. А сейчас, к сожалению, можно видеть, всякие гуру дают посвящение всем подряд, даже всяким проституткам. Шишья гулами котче, пробаспики, я не знаю. They are giving service to disciples. If disciples they are not going to get service from Gurudev, they can throw kick Gurudev. How many examples you like to see? If they are not going to get service from Gurupad Padma, а еще можно наблюдать такое. You are not my Guru. Ну такое, что ученики Гурудеву как на работу ходят, ну и. Набор, точнее, что эти некоторые гуру продают свои мантры и служат своим ученикам, выполняют все их прихоти, но это не подлинный гуру, это ложный гуру, который ведет себя таким образом. И вот если наша удача не... И вот если мы недостаточно удачливы, то тогда мы не получим возможность услышать и встретиться с чистым гуру вайшнавом. Такое невозможно. Только если мы получили полную милость, то тогда в этом случае у нас будет возможность встретиться с чистым Гуру Вайшнавом. И опять потом опасность еще такая есть, что поведение Вайшнава может как-то отличаться от наших представлений. Это тоже может стать причиной нашего падения. Если мы следуем какому-то чистому Гуру Вайшнаву, то почему их качества не являются в нашем сердце? И вот иногда мы видим, какие качества проявлены в форме полностью, иногда не проявлены, но это не значит, что мы можем сказать то, что Шрила Шанта Госвами Махарадж не имеет каких-то вайшнавских качеств, это неправильно. Пытайтесь понять вайшнава даршан. Пытайтесь понять сначала вайшнава даршан. И тогда можно приступать к Рагану Габаджи, но если вы будете делать наоборот, то это очень плохо. Сначала у нас должен быть правильный вайшнава даршан. Мы должны понять, кто вайшнавы на самом деле, как я могу сидеть здесь и прославлять его славу. Газел мне заплатил за это, чтобы я прославлял его.
Нет, это не так. Шрила Бхакти Госвами Махарадж, он был подлинный гуру-севак. И сейчас во всем мире я не могу найти такого. Если буду искать, я не найду. Я не знаю, найду одного, хотя бы одного или нет. Такого, кто был бы подобен Шрила Бхакти Госвами Махараджу. Или Шрила Вамани Госвами Махараджа, или Шрила Бхакти Валапхи Тирти Госвами Махараджа, никогда, нигде вы не можете найти, что я говорил о них, как о моих братьях в Боге, никогда. Я относился к ним как к гуру. И вот Бхакти Махарадж Тирта Госвами Махараджа, Вамани Госвами Махараджа, я никогда не говорил нигде, что они мои братья в Боге, даже во сне не мог такого представить. Они мои гуру. Поскольку я думаю, что они мои гуру, их поведение, их характер, идеализм, их харикатха, их все, их пример, он идеален для нас. Я был очень удачлив не только я все, что делал. Я спрашивал совета у них, Махарадж не проверял ничего, что я писал, и не менял ни одного слова. Однажды Махарадж только сказал, что Гуру Джи, я написал, он сказал, что Джи просто убрать. И мы очень удачливы, что мы приняли прибежище у этого чистого вайшнава Шрила Бхакти Госвами Махарадж. Он подлинный Рагануга Бхакта, Рупануга Бхакта, поскольку все 24 часа в сутки, когда бы мы не видели Бхакти Махараджа, он говорил Харикатху круглосуточно, буквально всю жизнь. Все время, когда бы я не встречал его, он всегда говорил Харикатху. Днем, вечером, утром. Шрила Бхакти Дайтамада Госвами Махарадж много раз говорил, что Наротам Брахмачари, он идеальный Брахмачари. Шрила Бхакти Дайтамада Госвами Махарадж, великий Ачарья, он часто говорил так. Наротам Брахмачари, он идеальный Брахмачари. Его характер безупречен. Никого нету возможности сказать, что Бхакти Махарадж что-то неправильно сделал. А если кто-то утверждает так, то он обречен на смерть. Его характер чистейший, всю жизнь он совершал гуру-севу. Такая гуру-сева, она уникальная, без всякой корысти, всю жизнь он совершал гуру-севу по милости всей Гурварги, поскольку он получил возможность служить Шрила Бхакти Прамоду Пури Госвами Махараджу или Санти Махараджу. Бхакти Алок Парамхамса Махараджу, Джаджавара Махараджу, всем Махапурушам. Я пример прямой привожу. Он служил всей Гурварги, и Гурварга была настолько довольна им, его поведением. Они благословили его всем сердцем. Нам не нужно просить милости, это лицемерие. Крипа, милость, она автоматически приходит. Кто-то думает, что без Ахайтуки Крипа, без причины милости. Но какого значения этого слова Ахайтуки Крипа? Я хочу получить объяснение от вас, какого значения Ахайтуки Крипа. Мы думаем, что Гуру Крипа может прийти. Но это глупо, Шрила Прабхупада говорит, это не так. Ахайтуки Крипа значит беспричинная милость. А когда Гуру Прабхупада может увидеть, что Дживатма, она хочет совершать служение всем сердцем, и автоматически они могут видеть с любого места это сердце такой Дживатмы и благословить ее. И такое настроение служения было в сердце Бхакти Махараджа. Если кто-то говорит, что не нужно совершать служение, мы милость автоматически получим.
Ну, а хайтуки крипа не значит, что это как дождь придет и намочит нас. Нет. Есть особое положение звезд. Как этот Махарадж приводит пример, что в определенное положение звезд, когда этот дождь попадает на голову слона, там какой-то слоновый жемчуг появляется, а потом, если в другое положение звезд, этот же дождь попадает на голову змеи, там какой-то змеиный жемчуг вырастает. И вот так же Гурупадпада могут видеть нас из любого положения. И чтобы получить милость от Гуру Вишнава, нужно делать что-то, совершать какое-то служение, быть готовым отдать жизнь и душу ради Гуру Вишнава. И тогда мы осознаем эту тату, это не так просто. И вот мы видели, Гуру Махарадж говорил, что Бхарати Махарадж, он татвагьяни. После моей смерти вы можете спрашивать его, если какие-то проблемы у вас. Гурудев говорил так. Его жизнь безупречна, кто-то может, конечно, критиковать его. Но такая сева, которую он совершал, она невозможна. Иногда в Аллахабаде во время Кумхамелы Шрила Бхакти Вичар Джаджава Госвами Махарадж поздно приехал. Все начали возмущаться, вы там опаздываете постоянно, как мы тут вас разместим, все занято. А Бхакти Махарадж был там, сказал, что мы должны быть счастливы. Мы должны быть очень счастливы, что Джаджава Госвами Махарадж приехал сюда, чтобы благословить нас. Вам не нужно. И вот Бхарати Махарадж, он свое место вступил. Джаджава Госвами Махарадж, он сказал, что не беспокойтесь, я свое место ему уступлю. И вот какие-то люди всегда заняты едой, сном, едой, сном, и только этим. Но мы не должны терять ни время в этой жизни, если мы хотим получить практическую милость, мы не должны терять ни секунды времени. Чистые гуру вайшнавы даже секунду времени не теряют. Это жизнь чистых вайшнавов, просто говорить философию, это мало. У них есть их осознание. И однажды Шрила Бхакти Махарадж отправился в Южную Индию. Это место в Вишакхапатнам. И там было открытие храма Шрилы Бхакти Вайбхавпури Госвами Махараджа. Это установка божества была. И вот многих преданных пригласили, в том числе Бхарати Махараджа. Он был ачарьей. Его не нужно было назначать ачарьей, он уже готовый ачарьей был. И иногда он хотел проверить меня. Иногда однажды я очень горевал, я сказал ему, что по вашей милости, по милости Гурварги, я хочу говорить Харикатху, но где? Если мы будем говорить то, что я говорю на Вьясасане, я спросил, вот Махарадж, вот этот самый вопрос, я спросил, вы все сказали мне говорить Харикатху, я могу говорить, но после того люди спрашивают, куда же идти, где же принять прибежище, в этом главный вопрос. И вот Бхарати Махарадж сказал, ну ты можешь дикшу давать им. А я сказал, я не вайшнав, как я могу дикшу давать? И вот Бхарати Махарадж сказал, что я тоже дикшу не даю, поэтому давай ты давай дикшу. Я не знаю, это была проверка для меня или нет. И в любое время, однажды,
я пришел к Бхакти Махараджу без предупреждения, это Шрила Бхакти Валабхатирта Госвами Махарадж приглашал меня на проповедь, но проблема была, есть нечего там было. Ну, то, что я могу есть, кроме воды ничего не было. И вот иногда Бхакти Махараджа севак готовил, я вот остатки дайдал. А Бхакти Валабхатирта Госвами Махарадж мне свой прасад отдавал, а мне неудобно было. Ну, вот Бабаджи Махарадж как-то там, в общем, чем-то питался фруктами какими-то, и то, что от Гурудева и Бхакти Махараджа осталось. Но сатсанга на сейчас, но в то время к Бхакти Махараджу можно было спокойно пройти. И к Шриле Бхакти Валабхатирте Госвами Махараджу тоже можно было. Но потом всякие секретари появились и прочее, что сложно стало очень просто прийти и спросить что-то. И вот однажды без предупреждения я приехал в Джаландар. Я в то время в Гокула Махавани жил. Ну, до того в лесу жил, потом по указанию Шриле Бхакти Валабхатирте Госвами Махараджа я начал говорить харикатху, но главная проблема со мной, не только главная, единственная, то, что я говорю правду. И не все могут это признать. И вот то, что я говорю о Шриле Прабхупаде, не все могут это переварить. И поэтому возмущаются многие, почему я так говорю. Это вот одна проблема в моей жизни. И везде, куда я бы не ехал, находятся люди, которые возмущаются, почему я говорю о Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такуре. И вот только Бхактивиген Бхарати Махарадж, он никогда не жаловался на это. Когда я приехал в Джаландар в тот год, Шрила Бхакти Валабхатирта Госвами Махарадж не был там, в другом месте где-то был. И вот я отправился в Джаландар, принял омовение. И вот Бхакти Махарадж заметил меня и перед публикой сказал, что наш Бабаджи Махарадж приехал с такой любовью. Сказал, я был очень впечатлен такими красивыми словами, сказал, что наш Бабаджи Махарадж приехал. Но никто так не говорил. Я не могу отплатить ему за его любовь и заботу, я настолько мал. Но все же, если я на собрании, если Бхакти Махарадж Сабхапати, он всегда давал мне слово. И только вот единственный Бхакти Махарадж давал мне слово и говорил так, что сейчас Бабаджи Махарадж будет говорить, он такая любовь, забота у него была ко мне, как я могу отплатить ему, он всю жизнь совершал такую гуру севу. Мы не можем даже во сне представить, если во всем мире мы попытаемся найти кого-то, кто был подобен ему. Согласно заключению Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа, это невозможно, такие бриллианты, как Шрила Бхакти Валабхатирта Госвами Махарадж или Шрила Бхакти Виген Бхарати Махарадж, они пришли в форме братьев Боги, но не наши гуру. И Шрила Вамана Махарадж также. И вот ум Шрила Бхакти Виген Бхарати Махараджа, он очень великолепен. Он помнил все, что происходило. Даже кто-то 40 лет назад его встречал где-то. Бхакти Махарадж помнил этого человека, как зовут его, помнил. И все остальное. И люди удивлялись, как это. Вроде 40 лет прошло, а тот прекрасно все помнит. Такая сила брахмачарья была у Бхакти Махараджа. Вот ваш Гурудев сказал, что вот в 1965 году в Калне Гурудев вам сказал то и то. Я был очень удачлив,
иметь общение с ним. Гуру Махарадж был уже достаточно пожилой, но у нас была возможность общаться с таким великим вайшнавом, как Шрила Бхарати Махарадж. Его сиддханта вичар, его все было великолепно, но сегодня день ухода на Мачари Харяс, такого я тоже должен сказать что-то о нем. И вот, хотя могу продолжать говорить о нем, но нужно закончить. И вот в то время и вот в Вишакхапатнам Бхарати Махарадж поехал на эту инсталляцию божества. Напротив его комнаты еще какой-то вайшнав жил, не хочу имени его называть, и вот они разговаривали. И я видел вайшнавские этикеты и чистоту Бхарати Махараджа, Гуру Махараджа, Мадхава Госвами Махараджа. Она уникальна. И вот перед ними я никто. Если вы хотите сравнить меня с ними, то я никто, можете вычеркнуть мое имя из списка. И вот этот вайшнав сказал, что я хочу поехать в Нилачаладаму в Пури, но не могу. Бхарати Махарадж спрашивает, почему. У нас есть матх там, в Нилачаладаму матх, но там здоровье мне не позволяет там находиться. Бхарати Махарадж спросил, почему. Есть читание Гауди матх, приезжайте, живите там. Вы должны осознать, что матхи остановиться, я все вам организую, чтобы вам было хорошо. И Бхарати Махарадж, и тогда этот Махарадж сказал, хорошо, поеду. И тогда Бхарати Махарадж было. И вот Бхарати Махарадж сказал какому-то севаку, чтобы он купил билеты для него. Бхарати Махарадж поехал без билета в предыдущий день, чтобы свою комнату подготовить для этого вайшнава. Вот он сам приехал, открыл свою комнату, убрал ее и вот отдал этому вайшнаву. И вот на следующий день, когда этот вайшнав приехал, увидел, что все как следует там. Махарадж, Бхарати Махарадж никому не говорил, что нужно сделать, а сам все сделал. Чистый вайшнав, он никогда не смотрит, что вот это мой ученик. Чистый вайшнав никогда не видит, что вот вы ученик, он думает, что вот он мой гуру. Чистый гуру вайшнав, он видит их как гуру. И вот чистые вайшнавы, Шуда Саду, они относятся ко всем как к своим гуру, как гуру Варге. И если буду говорить о Бхакти Виган Бхарати Махараджи, что говорить, что не говорить, я не могу определить так много вещей. И вот сегодня, в этот день, день ухода Харидас Такура, и когда бы мы не видели Бхарати Махараджи, он всегда воспевал Харидам. Иногда он повторял Харинам и Харикатху говорил, но не каждый так может делать, одновременно причем. И вот это признак Рагануга или Рупануга Бхакты. Они всегда готовы воспевать славу Гуру Вайшнава, Бхагавана, Верховного Господа. И вот сегодня день ухода Шрилы Намачари Харидас Такура, без кого мы слепы. Чтобы показать, что каста, положение, убеждение — это ничто. Мужчина, мы и женщина — это не столь важно. Главное, насколько мы можем посвятить
свою жизнь нам Прабху, святому имени. И если у нас есть такое посвящение Гуру Вайшнаву Бхагавану, то это хорошо. И до тех пор, пока у нас не будет такой огромной любви к лотосным стопам Намы Прабху, то никогда мы не сможем стать Рагануга или Рупануга Бхактой. Ничто не сможем сделать. И вот народ там так говорит. И вот народ там такую сиддханту приводит. Если вы не позволите мне читать Бхагаватам, я только Прама Бхакти Чандрику с собой возьму и достигну успеха, все сиддханты там. И вот народ там так говорит. Мы должны понять уровень вайшнавов. Если мы не сможем понять уровень вайшнавов, как мы можем служить им? И вот если мы не поймем качество вайшнавов, какой уровень они имеют, если мы не обнаружим, что у нас есть вечная связь с Гуру и вайшнавами, то как мы можем служить им? Они настолько высоко, мы настолько низко. Как мы можем достичь их уровня? Как понять эти великолепные качества вайшнавов? И какова же процедура, как это все понять? Шрила Прабхупад говорит, единственный путь. Мы должны видеть, насколько много он посвятил себя намасеве, служению. Это Сваруп Лакшан. Если мы поймем Сваруп Лакшан Кришна и Кашаран, эти главные признаки, огромное влечение к служению, к нами Прабху, к воспеванию святых имен, другие качества мы можем не видеть, но эти главные, и тогда согласно этому мы можем видеть различных уровней различных преданных, как Канишка Вайшнав, например, не может обнаружить свою вечную связь с Гуру Вайшнавами. Канишка Вайшнав, каков признак Канишка Вайшнава? Главный признак Канишка Вайшнава в том, что он не понимает свою вечную связь с Гуру Вайшнавами. Он иногда получает милость от Гуру Вайшнавов, но неосознанно, не знаючи. Канишка Вайшнав может обрести милость, но неосознанно. И этот Канишка Вайшнав, если не совершает никаких вайшнава аппаратов, то постепенно он развивается до уровня Мадхья-Мадхикари. Мадхья-Мадхикари может обнаружить и понять, что это уровень вот этого вайшнава. Если Бхарати Махарадж слеп, то как для него можно, он мог бы видеть, кто есть кто? Только Бхарати Махарадж, никакой другой ачарья, только Бхарати Махарадж. Он видел это, все ачарьи дали мне указание говорить Харикатху. Но только Бхарати Махарадж в открытом собрании в Пури, я слышал от одного саньяси, меня там не было. И вот Бхарати Махарадж открыто сказал, что вы все должны прочесть, изучить вот эти все протестные письма, которые написал Бхарати Махарадж. Другие только политикой занимаются, могут как-то говорить, что все хорошо написано, но имени моего, чтобы тут не было. И только Бхарати Махарадж имел смелость заявить, чтобы все читали те протестные письма, которые написал Бабаджи Махарадж, и как я могу отплатить ему. И вот в чем же великолепие Мадхья-Мадхикари? Мадхья-Мадхикари может видеть разницу. Он узнает, как получить милость от более возвышенных вайшнавов. Поэтому он всегда думает о служении. Уттама-Адхикари есть тоже три различных уровня. Если мы видим Уттама-Адхикари, который
Парамахамса Вайшнав, то мы почувствуем какую-то радость в сердце. Мы не почему, но мы неизвестно почему, но увидев такого Вайшнава, мы почувствуем радость в сердце. И будьте уверены, что это чистый Вайшнав, это один из признаков. И в то же самое время мы почувствуем вдохновение совершать харинам. Если мы придем к Шили Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджу, то наш язык автоматически будет повторять харинам. И автоматически мы почувствуем вдохновение воспевать харинам. И вот Махапрабху говорит, что этот, будьте уверены, что этот вайшнав, видя которого вам хочется воспевать святые имена, то он и есть чистый вайшнав. И вот сегодня день ухода Бхарати Махараджа, я молюсь его лотосным стопам, чтобы обрести милости, чтобы никто не нарушил моей решимости совершать гуру саву. Много раз он говорил мне, делай то, что ты делаешь, никто не сможет остановить тебя. На Гавардхане, когда я был у Гавардхана, и вот на берегу Гавардхана там храм один устанавливали. И вот там я проходил мимо, встретил Бхарати Махараджа, дал ему то, что я написал. Бхарати Махарадж прочел это, света там не было, и вдруг свет... И вот Бхарати Махарадж на веранде сидел. А вот и когда света 2 часа не было, и Бхарати Махарадж закончил читать, то Бхарати Махарадж сказал, что это знак, что публику это зеленый свет. И вот сегодня также день ухода Шилы. Шрила Харидас Такура, Намачари Харидаса и Шриман Махапрабху и его спутники. Но Махапрабху выражал Харидас Такуру наивысшее почтение не Рупни Санатану, даже не Сваруп Гасаю, а именно Харидас Такуру наивысшее почтение. Почему? Поскольку он Намачарья. Махапрабху провозгласил, он Намачарья Сваруп Гасаю, тоже Намачарья. Поскольку Махапрабху говорит, вся Гауди Сампрадая, ты ответственен за всю Гауди Сампрадаю. Вот он сказал это Сваруп Гасаю, и поэтому любой Ачарья, любой, кто будет игнорировать наставление Сваруп Гасая, он, несомненно, падшая душа. До тех пор, пока он не будет одобрен Сваруп Гасаем, то такой человек падший. Если наш характер, наша седанта, наш этикет, если они не получают достаточно поддержки от Сваруп Гасая, будьте уверены, что я не... что такой человек не может говорить Харикатху или действовать как Ачарья. И вот Сваруп Гасай, он также получил великое почтение от Махапрабху, такое положение. Но Намачарья Харидас Такур, он выше, поскольку среди всех процедур баджана Махапрабху говорит нам, он превыше всего. И Бхактивинода Такур, он провозгласил, что мы должны читать Харинам Чинтамани. И любые представления Майвади, какие-то неправильные идеи, Шрила Бхактивинода Такура в этой книге, он все опровергает из благодаря Харинам Чинтамани. Если мы всем с чистым сердцем будем читать ее, то тогда мы разовьем наше влечение, вдохновение святым именем Харинамам Прабху. Бхактивинода Такур совершал свой баджан с 12 часов ночи, и он спал всего пару часов, а остальное время воспевал святые имена, поскольку утром перед восходом солнца очень могущественное, хорошее время. И
нужно в это время повторить Гаятри Харинам. Если тяжело вставать, то нужно раньше ложиться. Как английская пословица есть, кто рано встает, тому тот... Ну, в общем-то, раньше вставать и раньше ложиться, это делает нас мудрыми. И вот, став рано, нужно повторять Гаятри и повторять Харинам. И так Шрила Бхактивинода Тхакура, он выражает полнейшее почтение Харинаму Прабху. И вот такая книга во всем мире, она очень редка. Хотя Рупа Госвами описал славу Харинама Прабху, но все же Рупа Госвами написал, но Бхактивинода Тхакура, я уже сказал, это наше преимущество, то, что мы получаем больше возможности от Шрилы Сачидананды Бхактивинода Тхакура, кто седьмой Госвами, он был всегда, он определял место лил, где совершал лилы Гауранга Махапрабху. И вот он, поэтому он седьмой Госвами. У него было такое же служение. И благодаря Бхактивинода Тхакура мы можем изучать книги Госвами в кратком и понятном виде. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура прочел это все и кратко изложил суть всех книг. И поэтому он седьмой Госвами, если мы будем изучать Сиддханту Шрилы Бхактивинода Тхакура, Харинама Чинтамани, Джайва Дхарму, то мы получим ясное представление обо всем. И вот Намачарья Харидас Тхакур, он получил наивысшее почтение от Шримана Махапрабху, не на словах, а сердцем. Но все же обычные люди могут не понять его. Махапрабху никогда не нарушал социальную систему, когда Махапрабху был в Гамхире, это все преданные там. Махапрабху спрашивал, где Харидас, где мой Харидас, и все говорили, Харидас там вот снаружи кланяется тебе, зовите его, пускай заходит, позовите Харидаса, скажите, что я зову его. И вот преданные шли, о, Харидас такого, Махапрабху зовет вас внутрь. Но тот говорил, я не могу зайти внутрь, я падшая душа, там чистый вайшнав, а я с такой низкой касты, я могу осквернить их, поэтому лучше скажите Господу, чтобы простил меня, я не могу зайти к нему, вот снаружи буду находиться. И лучше, и если вы мне вынесете просад снаружи, я даем это. И Махапрабху, он понял это и сказал, хорошо, Харидас, великий вайшнав Намачарья, он хочет показать такой идеализм и такое смирение. И пускай так делает, поскольку весь мой идеализм, он является в гуру и вайшнавах. И это было наставление Махапрабху. А мой просад вы должны относить к Харидасу. То, что я не доел, это все должно относиться к Харидасу. И каждое утро мы хотим видеть лотосные стопы Гуру Вайшнава Бхагавана. И вот после того, как Махапрабху отправился в храм Джаганнатха, панды какой-то просад давали ему из гирлянды. И Махапрабху приходил и отдавал сначала это все Харидасу. Махапрабху очень хотел увидеть лицо Харидаса каждый день. Он приходил, это была обычная практика Махапрабху, он приходил в храм Джаганнатха, смотрел на арати, и потом шел к Харидасу такого, о, Харидас, как ты поживаешь? И после этого он давал просад, кормил его с рук. И вот в Киртане говорится, что если мы принем омовение, то есть Ганга очищает постепенно, но чистые вайшнавы, увидев их, мы очистимся сразу. Они очень чистые, поскольку Верховный Господь внутри их сердца, они не заняты какими-то материальными вещами. Однажды Махапрабху отправился туда, о, Харидас, как ты поживаешь?
И тот сказал: «О, Прабху, вот что-то, что-то у меня, мой ум, они как-то чем-то болеют, чувствуют слабость. Ты чувствуешь слабость? Да, я не могу повторять харинам. Как? Ты намачарья, ты можешь меньше повторять, не проблема. Не обязательно тебе три лака каждый день повторять. О, Прабху, я не могу прекратить повторять харинам». И вот Махапрабху сказал, что ты уже совершенство достиг, можешь меньше повторять, но тот ответил, что я не могу меньше повторять, я не могу потерпеть. И Махапрабху сказал: «О, Харидас Такур». И вот Харидас сказал: «День за днем я чувствую себя слабее и слабее, и я чувствую сердцем, что скоро ты уйдешь с этого материального мира. Я знаю это наверняка, поэтому не обманывай меня. Но это моя просьба твоим лотосным стопам. О, Господь, я не хочу видеть лилу твоего ухода. Я не потерплю это. Лучше, если я уйду перед твоим уходом. О, Харидас, как ты говоришь так? Ты не должен говорить так. Все, что я сделал, ты участник моей лилы, и все это происходит с тобой в центре, поэтому не уходи. Ты не должен даже думать так. О, Прабху, в этих бесчисленных мирах так много насекомых, как я. Если одно насекомое помрет, то что плохого? Ничего не произойдет. И это моя честная просьба, пожалуйста, не показывай мне лилу своего ухода. Я не смогу ее увидеть. Хорошо, как ты скажешь, если Кришна. И вот он сказал: «Может, Кришна исполнит твое желание». Он не говорил, что он сам Кришна. И вот после этого Махапрабху ушел. И в этот самый день Говинда пришел с Махапрасадом, Махапрабху. И после этого Харидас Такур плакал и сказал: «О, Говинда, ты приносишь прасад. Я должен выразить почтение ему, но съесть я его не могу. Почему я не закончил обетованное число имен? Как ты можешь поесть и потом повторять?» «Нет, сначала нужно повторить три лаха, а потом поесть». Харидас Такур, чтобы не оскорбить Махапрасад, взял одну рисинку и съел, и сказал: «Да, я не могу больше есть, поскольку мой харинам еще не закончен». И таким образом весь день прошел, Харидас Такур повторял харинам. И перед Махапрабху был и вот Харидас Такур, он попросил Махапрабху, чтобы не видеть лилу его ухода. И моя просьба тебе: когда я буду оставлять свое тело, я хочу видеть твои лотосные стопы и твое прекрасное лотосное лицо. И я хочу держать твои лотосные стопы на моей груди. О, Господь, я не могу больше жить. Я хочу взять твои лотосные стопы на свою грудь, видеть твои лотосные лика. И повторяя Шри Кришна читания, я хочу оставить это тело. Можешь ли ты исполнить мое желание? И Махапрабху сказал: если Кришна захочет, это произойдет. Он не говорил, что он Кришна. Кришна исполнит любые желания своих преданных. И вот на следующий день, когда Махапрабху пришел, Харидас видел лилу болезни. И Махапрабху сказал, он знал все. И вот он знал, что Харидас на следующий день оставит его. И вот Махапрабху со всеми преданными плача пришел, сказал: «Идете, идемте увидеть лотосные стопы Харидас Такура». И вот они пели, танцевали,
с великим экстазом. И после того, как Харидас оставил тело Махапрабху, он подошел к Харидасу, и вот перед тем, как оставлять тело, вот Махапрабху, он взял его лотосные стопы себе на голову, и видя лотосный лик Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, и повторяя Шри Кришна Чайтанья, и с этими словами он оставил тело. Когда Харидас Такур оставил тело, Махапрабху расплакался. Он не смог потерпеть. И вот со слезами плача он взял святое тело Харидас и начал танцевать, как сумасшедший. И вот они сделали большую процессию до Сварга двора. И там Махапрабху выбрал место, где сделать самадхи Харидас Такура. И вот Махапрабху танцевал, и потом он сам сделал это место, где самадхи Харидас Такура, где поместили Харидас Такура в самадхи. Мы не можем совершать баджан Верховному Господу, поскольку мы не понимаем сердца Кришны Шри Чайтаньи Махапрабху. Мы должны плакать, видя, насколько Бхагаван Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, настолько он прекрасен, настолько мягок. И вот сам Харидас, сам Махапрабху поместил тело Харидас Такура в самадхи, засыпал его песком и сказал, чтобы другие тоже могут это сделать. Но перед этим Махапрабху, он совершил абхишек. Он пошел с этим телом Харидас Такура и омыл его тело в океане. И Махапрабху сказал: «О, Самудра, о, океан! Сейчас ты получил это, возможность очиститься, и сейчас ты лучший из мест паломничества, о, Самудра, о, океан! Сегодня ты обрела, Самуда, ты обрела сегодня воду, которая омыла лотосные стопы Харидас Такура, и ты лучший из мест паломничества». И вот он взял его тело и поместил в самадхи, и засыпали песком. И после этого Махапрабху, он возвышение сделал, и туласи поставили на это место. И начали совершать санкиртан, предложили гирлянду, и Махапрабху. И Махапрабху сказал: «Харидас, это мой Харидас, и это моя обязанность организовать праздник». И вот он пошел в храм Джаганатха и начал просить этих пант, которые в Ананда базаре продавали просад, просили дать просад в честь ухода Харидас Такура. Сказал, что Махапрабху нет денег, но он хочет организовать праздник. И вот панты сказали: «Иди, бери сколько хочешь». И Сварб Госай пришел, сказал: «О, Прабху, не надо делать так. Вы сидите со своим просадом. Дайте горшок, каждый горшок просада». И вот все дали по горшку просада, и Сварб Госай организовал повозку какую-то. Грузчиков организовали, и вот они унесли это все на место пира. И вот Махапрабху пришел и сказал: «Садитесь, сегодня я буду раздавать вам просад в честь ухода моего Харидаса». И вот Махапрабху сам раздавал просад, причем очень много раздавал. Руки Махапрабху большие, поэтому он так полную пригоршню раздавал. Then giving all Mahaprabhu, this is Sarva Gosai coming and praying. Prabhu, if you are not going to see, опять Сварб Госай пришел и сказал: «О, Махапрабху, садитесь, ешьте». А Махапрабху сказал: «Как это? Я раздаю просад через Харидас Такура.
Прасвап Гасай сказал, что если вы не начнете есть первым, то никто не начнет есть. Поэтому, пожалуйста, садитесь и начинайте есть. И вот Сваруп Гасай усадил Махапрабху, и Махапрабху... И вот наложили прасада Махапрабху, и вот он начал джайкар совершать, джайдхвани возносить. И вот после того, как сказали Шинамачари Халясакурки джай, Махапрабху сказал всем: вы очень удачливы, поскольку все, кто участвовали в этой санкиртане в честь ухода Халясакура, те, кто засыпали песком самадхи, те, кто джайдхвани воздавали, те обретут, и даже те, кто ели прасад на этом празднике, они очень удачливы. И, несомненно, они обретут лотосные стопы Кришны. Это мое заверение. Махапрабху сказал так: посмотрите на милость Махапрабху, а мы без сердечной не можем совершать баджан Кришны. Если мы поймем связь между Кришной и Кришна-бхактой, то тогда мы разовьем прекрасные отношения с Кришной, и у нас не будет неприязни никому. Это учение Махапрабху. И вот настолько его бесконечная слава, когда Санатан Гасай и Харидас Такур обсуждали, то Санатан Гасай, Харидас сказал, что вы очень удачливы, Махапрабху дал вам служение во Вриндаване, чтобы вы определили все потерянные места лил Махапрабху и Кришны, и поэтому в этом ваша удача. Нет, это ты более удачлив, поскольку ты намачарья. Нам он превыше всего. Веды, Веданта, Упанишат, все они о славе Нама Прабху. Нам Прабху это все и вся. Он превыше всего. И так много свидетельств в Упанишадах, различных Пуранах, я не буду говорить о них. И вот таким образом Санатан Госвами произнес заключительный сиддханту перед Харидасом, что некоторые ведут себя идеальным образом, но они проповедуют, другие ведут себя как попало, но проповедуют, а ты лучезачари, поскольку твой идеализм, твой пример идеальный, твой характер идеальный. И ты также проповедуешь. Смотрите, когда Харидас Такур, он был, попал в проверку Майя-деви в Кули, а до этого какая-то проститутка и хотела его соблазнить в другой деревне. И вот Лакшахира там пришла к нему, чтобы пытаться как-то соблазнить его. И вот чистые вайшнавы, они уже проверены. Если вы хотите как-то навредить им, то это будет причиной вашей смерти. Если Сиддханта Вани ушла, Харикатха ушла, что останется? То есть, если это, то есть таких обществ, где оскорбляют вайшнавов, ничего хорошего не происходит. И вот Шрила Бхарати Махарадж был выбран секретарем читания Шри Чайтанья Гаудия. Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж не был глуп, поэтому он выбрал именно Бхарати Махараджа. И вот сегодня у нас есть возможность слышать о славе Шрилы Харидас Такура и моего Шикшагуру, что говорить еще. И так много вещей, которые я хотел сказать с различных точек зрения, но времени мало. И вот на сейчас конец. Ванчака Бхагавадару Сиддхипасинду Вевачар Патитанам Бхагавадару Вишнабхюм.
Так, и еще я хочу сказать, вот вы написали большое письмо, Преданный Махараджа письмо написал, вот слишком большое, мне тяжело его читать, очень длинное, но кратко я понял, что вы хотите совершать баджан, вы хотите предаться на 100%, я понял, эта идея, это хорошая, но вы должны следовать моим ограничениям. Если вы любите меня, любите Шрилу Бхарати Махараджа, Шрилу Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа, вы должны следовать мне. Я знаю, это тяжело, но я хочу больше правил и предписаний наложить на вас, поскольку я люблю вас. Вы не знаете, но я хочу посадить вас к себе на колени и пересечь с вами материальный мир. Но вы не видите это, к сожалению. Но это опять же не значит, что вы должны злоупотреблять этим. И вот, если вы в одиночестве находитесь, различные идеи могут прийти к ваш ум. Я знаю, вы великий поэт, но вы должны пока прекратить сочинять стихи. Я дам вам разрешение, поскольку те ваши ученики, это ваша заслуга. Они слушают харикатху, вы объясняете им, они чувствуют вдохновение, что-то понимают, и это мое разрешение, вы можете объяснять им, поскольку они просят, вот ко мне письмо пришло, один преданный написал, и вот в этом письме написано, что эти студенты, ученики, некоторые не понимают, что вы говорите, а просто хотят ваш голос слушать, хотя не понимают полностью, о чем вы говорите на английском, и поэтому вы можете и переводить, но не сложным эго. Мы должны помнить, что мы никто, наше тело очень непрактично, ум то также только по милости Гурудева и Вайшнавов мы можем пытаться что-то перевести, хотя и те, кто переводит харикатху, если они не следуют правилам, предписаниям, этикету, их переводы не могут быть совершенными, они не поймут, о чем говорится, вроде они могут слышать, но не понять. Вчера я дал ответственность одному человеку, он занимается служением мне последние 15 лет. Даже больше, чем 15 лет. И я дал ему ответственность совершать. В общем, книгу какую-то про вегетарианство передавать и переводить ему дал лет 15 назад. Он учителем английского был, вроде бы знал язык, но вчера мне сказал, что вы говорите мне, но я такую милость не получаю. Я пытаюсь перевести, но когда пытаюсь что-то сделать, я чувствую, что сложно очень мне. И я вот не могу, признаю, что не могу ничего перевести. Вот вчера ночью он позвонил и сказал мне, что не может перевести все. Я сказал, хорошо, это зависит от милости. Если ваш ум благостен, вы всегда рады совершать служение, пытайтесь думать, что Гурудев, он всегда с вами. Если вы почувствуете, что Гуру Вайшнава не с вами, то тогда вы не потеряете ваше терпение. Как я, когда был маленьким ребенком на руках матери, и вот когда я родился, я был ребенком и даже не знал, кто такая моя мать, это мое отношение с ней. Вот я играл, пил молоко и ел, и потом, когда по милости матери, когда я вырос, после этого я обнаружил, что она моя мать, а я ее сын. И вот даже когда я был мал, даже в то время эта связь, она не было ясно мне, но смотрите, мать, несмотря на это, все равно любила меня, я не смог обнаружить любовь моей матери сначала, но это не значит, что этой любви у нее не было. И также, если мы не видим любовь Гуру Вайшнавов к нам, это не значит, что ее нет, это значит, что мы не осознали ее, как дети, они не всегда сразу понимают, как родители любят их и так много служат детям. И тогда, когда дети это понимают, они тоже отвечают взаимностью.
У нас есть связь как с родителями, так и с Гуру Вайшнавами, но мы не сможем обнаружить сразу эту связь. И когда мы откроем нашу связь с Гуру Вайшнавами, она уже есть, и мы должны обнаружить ее. Не произвести что-то заново, а просто открыть то, что есть. И поэтому не плачьте о каких-то вещах, нас ждет нечто великое. Если вы хотите обрести лотосные стопы Кришны, вы должны пообещать мне, и тогда вы получите золотой шанс. Почему вы плачете о каких-то незначительных вещах? Забудьте про них. И если, я думаю, ваше здоровье поправится, как я говорю, вы почувствуете, не избегайте санкиртана, совершайте санкиртан. Если вы хотите пойти на парикраму, можете сходить в йога-питх, посмотреть на чакру на храме и вернуться назад. Если стремитесь как-то утром ходить, поскольку если с кем-то встретитесь по дороге, можете заговориться, а лучше хотя бы до 9 вечера молчать. Не говорить ничего. Но Махараджа практика такая, что до 9 он не говорит. Но опять же, если мы совершаем санкиртан, это не считается нарушением Маунавраты. Ну и дома, соответственно, мы должны все организовать так, чтобы не было нужды говорить. И тогда мы можем молчать до 10 часов, совершать санкиртан, и тогда мы почувствуем силу.